Спорт и здоровье давно уже стали близкими по смыслу словами. И чтобы обеспечить муниципалитете успешное развитие физкультуры и спорта, особое внимание уделяется улучшению материально-технической базы. Не только ремонтируются спортивные залы, но и строятся новые. В 4-м лицее был открыт современный спортзал со всей необходимой инфраструктурой. Наша съемочная группа побывала на торжественном открытии объекта. Славянский район по праву считается территорией спорта. Это подтверждается не на словах, а на деле. Строительство универсального спортивного зала в 4-м лицее давно уже было насущной необходимостью, потому что имеющийся небольшой зал совсем не отвечал современным требованиям и не мог обеспечить здесь спортивное развитие. В рамках нацпроекта образования и краевой программы по укреплению спортивной базы образовательных учреждений был построен новый прекрасный спортивный зал. Глава Славянского района Роман Синеговский приехал сюда, чтобы разделить радость открытия спортивного зала со школьниками и учителями. Ничего, дорогие друзья, просто так не дается, но вот благодаря моим коллегам, благодаря строителям, благодаря архитекторам, благодаря, не знаю, вот специалистам в отрасли образования, которые здесь тоже присутствуют, директору школы Виктору Васильевичу Чернявскому, который поддерживал этот объект, этот проект. Вот сегодня мы с вами открываем это замечательное здание. Спорт – это сила, спорт – это здоровье, спорт – это положительные эмоции, это мотивация для учебы, для общения, для дружбы. Роман Иванович вручил спортсменам школы баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи. Председатель районного совета Григорий Литовко поздравил ребят с радостным событием. От имени депутата законодательного собрания Краснодарского края Виктора Чернявского и пожелал им всего наилучшего. Созданы все условия для занятия в нашем лицее спортом. И я уверен, в таком спортивном комплексе мы услышим о вас, о ваших новых достижениях и спортивных победах. От имени Виктора Васильевича Чернявского вручается вам сертификат денежный на приобретение здесь недостающего спортивного оборудования. С праздником вас! Директор лицея Ирина Шутенко отметила, что для школы новый спортзал просто необходим, и поблагодарила всех, кто внес свой весомый вклад в строительство. Я хочу сказать сегодня огромное спасибо за то современное, красивое, благоустроенное здание, за тот замечательный спортивный комплекс, который мы сегодня открываем. Наш зал на 4-м этаже, любимый, дорогой, он очень маленький, и, конечно, нам было там проблематично. Замечательно, что существуют краевые проекты, благодаря которым выделяются деньги. В торжественном перерезании красной ленты приняли участие глава Славянского района Роман Синеговский, директор лицея Ирина Шутенко и Виктория Сологуб, лучшая спортсменка лицея. Спорт помогает очень в жизни, это обретение новых друзей, новые знакомства, также это сила духа, здоровье в первую очередь. В спорте я с 4 лет, для меня это как бы очень важно, и я планирую дальше заниматься и выступать в спорте. Яркое творческое выступление юных спортсменов порадовало всех присутствующих. Четвертый лицей славится своими спортивными традициями. Это поддерживает на высоком уровне интерес к занятиям физкультурой и спортом у ребят. Наши мальчики несколько лет назад были победителями Юга России по баскетболу. Последние 2 года спортивная команда по футболу становится победителями краевых соревнований в разных видах, в разных возрастах. Замечательные спортсмены, которые занимаются в учреждениях топ-образования и становятся победителями на международных соревнованиях по тхэквондо и
другим видам спорта. Без спорта мы не можем представить свою жизнь. Каждый человек должен действительно заниматься спортом. А очень хорошо, когда существуют все условия для занятия полноценным занятием спортом. Поэтому мы очень рады, довольны и счастливы. И думаем, что мы действительно принесем своему району достижения. В лицее опытные, высококвалифицированные и неравнодушные учителя физкультуры. От их работы очень многое зависит. Мы очень рады, у нас появился этот новый спортивный зал, который просто хороший, отличные условия для работы. Теперь у нас гораздо лучше можно проводить уроки, тренировки наши. Вот сейчас вот ребята занимаются, вот видите, футбол играют. Это наша секция футбола, которая вот уже больше 10 лет мы занимаемся, работаем. Здесь вот есть и выпускники наши, которые судят сейчас матч, и наши вот только которые пришли ребята в нашу секцию. Вот они, безусловно, для них это огромный плюс, как и для нас. Сразу же после открытия юные футболисты лицея, как ребята, так и девочки, стали играть в свою любимую игру. Условия для этого здесь отличные. Мне нравится как бы и бегать, и просто с сестрой мы всегда увлекались футболом, вот, играли с детства, и сейчас до сих пор мне он нравится. Удается забивать? Да. Я сегодня постараюсь, у меня все получится. Это очень хороший зал, мне он нравится. Мы здесь уже начали играть в футбол, вот, и надеемся, что мы победим. В новом спортзале будут проводиться уроки физкультуры, тренировки, соревнования. В этом зале заниматься будет удобно и приятно. И он, конечно же, поможет ребятам найти прямую дорогу к физическому развитию и совершенству. А это самое главное. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, программа «События».